Политическая география занимает значимое место в научном дискурсе. Сегодня перед нами стоит ряд важных вопросов, которые необходимо решить. 8 апреля в честь 150-летия со дня рождения Вениамина Петровича Семенова-Тяньшанского ученые, эксперты и студенты собрались на международной конференции «Политическая география и геополитика в России. Исторический опыт и современность». Организатором встречи выступил СПБГУ. Встреча прошла в смешанном формате, а трансляция велась из Института наук о Земле. Участники – более 120 человек из 15 стран мира. Стать спикерами пленарного заседания могли не только известные эксперты в области политической географии и геополитики, но и сами студенты. Это принципиальная позиция не только для этой конференции, но и в принципе для мероприятий, проходящих в наших стенах. Мы не ограничиваем участие только заслуженными специалистами или исследователями, сложившими себе обязательно участие студентов, причем с любого уровня подготовки, начиная с первого курса, можно увидеть в программе их участие. На конференции обсуждали все аспекты политической географии. От самой истории развития геополитики до актуальных проблем внутри России и за рубежом. А также говорили об изменениях политической карты в постковидную эпоху. В рамках вот этого процесса геополитической самоорганизации общества возникают все новые и новые явления. Ну, например, вот эти границы между субъектами федерации в пределах России или границы между странами по поводу инфекции, по поводу прививок сейчас, да, это новый клубок геополитических противоречий. Тематика конференции сама, в принципе, подталкивала к выбору докладов или исследований, связанных в основном с Евразией и Россией. Поэтому здесь у нас представлены в большей степени такие доклады или такие исследования. С другой стороны, то, что интересует как прикладные задачи, тоже выходит на первый план. Это реорганизация существующего политического пространства, проблемы изменения границ, проблемы изменения государственной территории. Международная конференция в области политической географии и геополитики стала действительно уникальным событием. Главная причина тому – ее масштаб и место проведения. Политическая география и геополитика – тема для Санкт-Петербургского университета очень важная. Важная тем, что именно здесь, в Санкт-Петербургском университете, еще в конце 30-х годов 18 века начинался путь политической географии как науки вообще. Но я хотел бы сказать, что такое мероприятие международного уровня по политгеографии и геополитике проводится вообще в России впервые. В 1986 году я и некоторые присутствующие здесь коллеги участвовали в первом всесоюзном совещании по политической географии. После этого таких мероприятий больше не было. И вот впервые в стенах нашего университета проходит это престижное международное конференция. Полная версия трансляции международной конференции «Политическая география и геополитика в России» доступна на YouTube-канале Управления по организации публичных мероприятий СПБГУ. Анжелика Серикова, Денис Сосин, Алексей Чупка, медиа-центр СПБГУ.